В Доме культуры станицы Северской состоялась творческая встреча с известным российским поэтом Вячеславом Качиным. Его называют дерзким голосом современной поэзии. Услышать его вживую для многих пришедших в этот день было настоящей удачей. Талант этого человека сияет совершенно разными гранями. Он не только поэт, но еще и рок-музыкант и актер, родившийся, в свою очередь, в семье советского актера Германа Качина. На Кубани он не впервые, а вот станицу Северскую посещает первый раз. Встреча прошла в рамках поэтического регионального проекта «Человек, которому надо». Именно так называется одно из центральных произведений, вошедших во второй, выпущенный поэтом несколько лет назад, сборник. Есть такой человек, как Паяк, с батарейкой большого заряда. Ну, давай назовем его так. Человек, которому надо. Он не знает подсчета часам. Он как ветер, как скорость снаряда, не дает успокоиться нам. Человек, которому надо. И под сполохи северных свит, или в южную ночь звездопада он опять... Почему-то не спит человек, которому надо. Даже если уходит любовь, все равно не погаснет лампада, а погаснет, зажжет ее вновь человек, которому надо. Зрители не только смогли насладиться творчеством неординарного поэта, но и задать интересующие вопросы. Большинство из них профессионального характера, но были и личного, на которые гость отвечал честно и открыто. Как, кроме темы, рождаются ваши стихи? Цепочка создается, она приходит сразу ложиться вам вот туда в голову или как-то иначе? Для меня вот то самое вдохновение, о котором говорят как о каком-то метафизическом таком определенном явлении, для меня оно в том, когда прислоняешь вот себя к стулу и садишься, начинаешь работать. Станица Северская станет не последней точкой маршрута проекта в Краснодарском крае, в рамках которого пройдут творческие вечера с участием Вячеслава Качина.